На протяжении многих веков человечество пыталось разгадать начало истории. Сегодня за точку отсчета исследователи принимают большой взрыв, произошедший около 14 миллиардов лет назад. Ранняя Вселенная — это пространство высоких энергий, высоких температур, высокой плотности. В ней идут процессы образования материи, физических сил и химических элементов в современной форме. К интересующему нас моменту процесс творения шел почти 9 миллиардов лет. Тогда в одном из уголков Вселенной на окраине галактики Млечный Путь стали происходить важные события. Здесь готовилось место для рождения нашей планеты. В спиралевидном рукаве, в облаке межзвездного газа и ледяной пыли взорвались две сверхновые звезды. Импульс этих взрывов встряхнул гигантское газопылевое облако и запустил процесс формирования новой звездной системы. Здесь, в потоке энергии, элементов и первых веществ, образовалось Солнце и целая свита его планет. В удаленных областях из водорода и гелия формировались газовые гиганты, а из твердых элементов кремния, магния, железа и никеля строились планеты, ближайшие к Солнцу. Около 4,5 миллиардов лет назад возникла Земля. Юная планета подвергалась частым ударам других небесных тел. Метеориты и кометы разогревали поверхность Земли. Столкновение с планетой Тея привело к формированию Луны, нашего естественного космического спутника. Так, или примерно так, вписаны первые строки в богатую биографию третьей планеты, возраст которой примерно 1/3 от возраста Вселенной. Дальнейшая история Земли лихо закручена создателем и эволюцией в цепь постоянных изменений, удивительных по разнообразию и масштабу. Проследуем по спирали времени. Всего на несколько мгновений прикоснемся к древнейшим геологическим эпохам. Узнаем, как формировалась первая атмосфера, при каких обстоятельствах рождался первый океан. Зафиксируем возникновение и развитие жизни и вернемся в современный мир в ожидании новых знаний о Вселенной и родной планете.